cradle me or cradle you. I'll win your heart with a woo-woo. Pulling shapes just for your eyes. Sew it to the pace kisses. Мы прилетели в Амстердам, и то, что меня сейчас больше всего впечатлило, что самолеты едут как бы по своей полосе, но тут же под землю уходит автомобильный мост. И какое-то ведь просто переплетение идет полос взлетных. То есть я тут же взлетает самолет, но прямо летит над машинами. Я думаю, удивительно водителям, которые едут за рулем, такие: о, самолет, как конвейером. Это очень круто. Сейчас поедем на поезде прямо на центральный вокзал, а оттуда, наверное, дойдем пешком до нашего хостела. Бай-бай! Карточка, где твоя? Еще раз. Выехал с тобой. Наконец-то мы приехали, и я сейчас стою среди просто, я не знаю, это гора, свалка, это просто такая парковка великов. Мы доехали на скоростном поезде, было очень прикольно. Правда, ничего не видно. Вот, сейчас пойдем гулять маленечко. Пройти мимо голландской селедки, потому что их национальное блюдо. Это что-то нечто потрясающее, потому что селедка, как на удивление, пахнет огурцами, нежная. Она такая красивая, мягенькая и не засоленная. Да, почему-то она пахнет огурцами. У нас продается селедка такая вонючая, такая просоленная, все здесь нет. Здесь нежная, свежая. Просто советую, когда, если будете в Голландии, попробуйте обязательно. И так вкусно. 4 евро. Jay. Alexander. Do you remember that day you fell out of my window? I sure do. You came jumping out after me. Well, you fell on the concrete, nearly broke your ass, and you were bleeding all over the place, and I rushed you out to the hospital. You remember that? Yes, I do. Well, there's something I never told you about that night. What did you tell me? While you were sitting in the back seat smoking a cigarette, you thought it was gonna. Can you walk? No, he bites. He bites. It's very dangerous. Don't say it. So only on risk. Oh my god. I hope you have a good insurance. He's a monster in product. Очень красивый. I'm sorry, is it farms market or what is it? Because this is a plant and flowers. Just plant, a plant and flower market. Oh, okay. Organic. Organic. The organic. Oh, we are from Russia. And where? From St. Petersburg. Oh, that's a beautiful city. Yeah, that's nice. But flowers are a little bit expensive there. Yeah, yeah. They have a lot of flowers from the Netherlands. Only flowers when you marry or you die. И такой смешной. Я везде найду собаку. Здесь в Амстердаме очень много собаками людей. И даже выходя из аэропорта, я не знаю, сколько мы собак видели. Почти вот каждый второй шел с собакой. Вон, собака идет. И музыкальный магазин. Играет джаз. Обожаю такое. Смотрите, какой огромный инжир. Просто невероятный. Thanks.
Мы зашли, купили фруктовый салат вот в этой вот чудесной лавке. И там я просто потеряла до речи на какое-то время, я не могу восстановить его. Это очень вкусно. Понимаете, здесь папайя, манго, дыня, малина, клубника, сладкая клубника еще. Нереально вкусная. Короче, ребят, было очень вкусно. Очень вкусно, я не могу. В Амстердаме можете покупать фруктовый салат. Это было обалденно. Этот был просто космос, вот серьезно. Так что не только в Испании стоит есть фрукты. Амстердам нужно покорять только на велосипеде. Этот город создан для велосипедов. На улице красных фонарей. Я Максима сама туда затащила. А теперь я все иду и думаю, надо ли было мне это сделать. Женщины там. Губы такие. Амстердам гуляет. Слушайте, в Амстердаме наконец-то лето, прекрасная погода, немножко дымка, но очень жарко, и мы на крыше музея Немо здесь. Отличное общественное пространство, фонтанчики, дети бегают, есть дешевая кафешка, можно приходить со своим вином, ну, здесь, неправда, не пьют, или лимонадами, и сидеть здесь. Я думаю, здесь отлично, на закате. И открывается небольшая панорама. А покажи, что у нас там в сумке. У нас два смузи. Авокадо, огурец, яблоко. У меня свекольный сок, яблоко и что-то там еще. Свекольный сок. Свекольный сок. Обалденное что-то. Яблоко и что-то еще. Хамон. Типа хамон. Это яичный салат. Яичный салат, вы представляете? Очень вкусно. И вот два таких вот пива. Маленькие такие, даже там третья есть. Сейчас там еще с вчерашнего дня, но она теплая. И багет. И багеты, да. На самом-то деле, весьма сытная и вредная закуска, но... Мы только так и питаемся. Но, к сожалению, только на такие у нас пока что хватает средств. Но зато мы в Амстердаме, у нас большое путешествие. Nice paper. Не то. Фу, я не попробовала. Ты уверена? Мне страшно! Мне кажется, сейчас там кто-то такой вылезет. Ну, правда, я боюсь таких штук. Для меня мусоропровод всегда стресс, даже у нас в России. Сейчас забираем вещи из хостела Амстердама и отправляемся в Роттердам. Есть два варианта, как добраться из Амстердама в Роттердам. Либо на поезде с Амстердам-Централь, либо на автобусе, который отходится от станции Слотерджик. Слотердишк. Поезд стоит 17 евро, автобус можно найти за 7 или 9. Вот мы сейчас Если вы приезжаете сюда ненадолго, то советую вам жить в центре и не тратить деньги для того, чтобы добираться в окраины. Велосипеды.
Посмотрите, сколько их. Это, наверное, перехватывающая парковка для великов. So we could just take this one and go. Just stay in there and you'll be there. So two stops. Из жаркого фактурного Амстердама уезжать, конечно же, очень жалко. Нас только что прогнала охрана местного парка.